Ну и сегодня же внимание журналистов привлекла одна сделка на Украине. Газовые активы в Донбассе приобрела компания, в руководство которой входит сын вице-президента США Хантер Байден и бывший президент Польши Александр Квасневский. За 30 миллионов долларов холдинг «Бурисма» получил 70% акций канадской фирмы, владеющей 6 лицензиями на освоение сланцевого газа на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Регистрации «Бурисма» указан Кипр. Владельцем украинский предприниматель Николай Злачевский, который был министром природы при Януковиче.